открыта для резервирования девочка чихуахуа, гладкошерстная. Дата рождения 25 октября 2017 года. Пигментация мочки носа и век голубая, подушечек лап голубая. Сейчас ребенок выглядит окрас голубой, но, возможно, перецветет в голубо-палевый окрас. Девочка хорошего веса для разведения, 723 грамма. Видео снимаем в один месяц, поэтому пока на этот момент с зубками, с прикусом все в порядке, родничок закрыт. Интересная родословная цветная генетика. Хвостик без заломов, девочка без пупочных и паховых грыж. На момент продажи девочка будет иметь документы и клеймо РКФ, прививки по возрасту. Хороший характер, уравновешенная, не пискля, спокойная, серьезная дамочка. Любит, конечно, поиграть, как все ребяточки, но при этом вот, пожалуйста. Не плачем, не ругаемся. Это наша первая фотосессия. Если понравилась наша малышка, наши телефоны написаны под видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео про ее сестренку белого цвета и голубого братишку. До новых встреч на канале питомника Мари Мистик.